Грац. Летний вайб. Да нет, ребятки, уже не летний вайб, а осенняя меланхолия. Игра Treyarch. Да это же практически Flatout. Ребята, разработчики явно вдохновлялись Flatout'ом. Блин, здесь можно все. Реально все. Ну как все? В смысле? Тачка разбивается, все разбивается. Шум, гам. В общем, полный разврат. И еще и на русском языке. Ну просто богемия какая-то. Игрушку я ждал. Крутым Flatout'ом первой и второй части. Ну, второй части. Создали что-то похожее, действительно. Treyarch. Только Treyarch. Ох, ребятка. Ох, ребятки. Ох. Будет классно. Сейчас ты узнаешь, как все это... Давай, лысый. Ну что, друзья, это осень. Мы вступаем в осень. Канал в осень будет. И приятно, что в начале осени... Нас посетили гоночки, которые, между прочим, редкие. Мало выходит действительно годных игрушек в стиле гонок, но... Ну, давайте к сюжету, давайте. Не стоит обсирать проект, это первая игра у разработчиков, молодая команда. Давайте все-таки... Отдадим должное, что ребята стараются. Стараются и... Хороший мальчик спас меня от огня. Good Boys представляет? Да-да-да. Надо отдать должное, ребята. Под издательством Критио. А какая музыка? Это просто какая-то... Агония! Это твое. С участием в главном фестивале Treyarch. Treyarch. Почему темный экран был в начале? Непонятно. Автокросс. Погнали, погнали, малыши. Михалыч. Михалыч, ну что, давайте. Все тачки одинаковые, прикольно. Разбивается все. Ну, что ты творишь, дядька? Блин, это классно. Это действительно очень, очень добротно сделано. И прямо вот... Управление такое же, как в Flatout 2. Ну, ребят. Добро. Блин, мне очень уже нравится. Хорошо. Да, пускай хоть я пятый, но я просто изучаю игру. Так, а как у нас... А, возвращение R. Окей. Надо быть сноровка небольшая. Но мы зависли в начале, окей. Давайте попробуем. Так. А, тут нельзя, наверное. Нокаут.
Вы отфейлились. Окей. Обалдеть. Вот так вот весело. Вот такой вот он. Flat out. Который мы должны были заслужить. Который должен был выйти третьей частью по факту тоже крутым. А давайте назовем это Flat Out 3, а? Или Flat Out переосмысление. Ну и почему бы и нет? Есть же The Last of Us, да? Там переосмысление в смысле. А почему мы не можем себе позволить это в гонках? Тем более, крутой сей... Последний этап, это наши любимые разрушительные дерби. О, дерби я обожал. Просто... Херячь этих тварей как только можно. Блин, ребята, я влюбился. Я буду называть не Try Out, а Flat Out. Эту игрушку. Так, хорошо. Воу. А, это номер жизни, да? Так, иди сюда. На, сучка, смачно, но мы уже горим. Мы уже горим, как сучки. Ой-ой-ой, вот это вот гаврика. Давай. Михалыч, етить колотить. Давай, Михалыч. На, кандидат. Тихо. Кандидат ликвидирован, да это же прекрасно. Еще один ликвидирован кандидат. Так, хорошо. Ух, ёлки-палки. Неужели победителем снова стал Михалыч? Да, ну что и это факт. Добро пожаловать на твой последний фестиваль жизни, Михалыч. Лысый Михалыч Трайл Аут. Да, ребятки, мы проходим и обязательно, тем более игрушек очень много интересных, еще проходим вовсю. Осень, игры. Фестиваля Trail Out, а это наш гараж, где мы будем координировать движение и следить за состоянием машин. Такая оревная игрушка. Наша цель — это пробиться к первому месту. Вот она, собачка, Михалыч. А там черный список. Сейчас на первом месте Фрэнк Вудс, за ним Фраубер, Сони Мас, Джо Бумер, Юджи Тян, Биг Чиз, Иван Камрад и я, Михалыч. Михалыч. На восьмом месте. А чтобы добиться к первому месту, для нас необходимо обрести фанатов и побеждать в состязаниях. Ты готов? Да. Теперь перейдем на свой. Готов. Для участия в гонках машине нужна лицензия. И у меня есть парочку лицензий. А остальные нужно выигрывать у боссов из черного списка. Так работает. Как давно мы не играли с вами в гоночки. В русские гонки. В смысле, на русском языке. Уже подъедет Женька. Он-то лучший механик и просто лучший друг. Ну, молодцы. На этом все. А теперь давай купим кузов первой машины. А давай. Все, ребятки, мы начинаем проходить Flat Out 3. Вот они. Азаза. Нет, это что-то будет просто богемско великолепное. Все, уморительно. Welcome. По-моему, очень отлично начинается. Не правда же? Welcome back.